Гареев, защитник, который, ну, пожалуй, самый... Вот, хороший момент, и добивание на пятачке, прекрасно все было сделано. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что Кузьмин дождался своего момента. Вот хороший момент, бросок, гол! Вот так вот, не думай о секундах свысока. Вы видите довольное и счастливое лицо Родиона Амирова, который свой шанс использовал на 1000%. Он автор первой шайбы нефтехимика в этой игре. Кстати, оба отличившихся у нефтехимика уже забросили. Ох, как красиво-то! Артем Пименов! Ну, просто издевательский.